несчастная судьба, потому что Господь так, видимо, учредил, распорядился, чтобы она попала именно в мои руки. Но сначала ее предлагали Николаю Баскову, потом Григорию Лепсу, но в качестве стихов нужно было создать композицию музыкальную. По каким-то причинам они тянули с ответом и не брали свой репертуар. Таким образом, автор решил предложить ее мне по совету своих друзей, что эту песню должен, наверное, исполнить человек в духовном сане. И вот я ее выдерживал больше года, как ребеночка вынашивал. Очень тяжело она мне давалась, потому что она очень серьезная, она очень тяжелая сама по себе, ее смысл. И надо понимать, что не всякие слова легко ложатся на музыку. Точнее, не всякая музыка рождается от всякого слова. Тем более, когда в этих словах боль и страдание. Вот. Поэтому нужно было создать такой симбиоз музыки и слова, чтобы это не была просто песня, а чтобы это был плач и мольба. Итак, стихи Юрия Рязаева, музыка Иеромонаха Фотия, «Ангелов аллея». Thank you.
Браво!